пацанами банк решили вчера брать. Но не вариант, я-то тут снимаюсь. Блять, это пацаны какие-то, реальные пацаны с ТНТ, это вообще не мне. Это The Bar, это Николай Демидов, и я на красной дорожке, мой свитер. Здесь охрана, здесь 4 икса, и здесь сегодня будем плясать мы до утра. И сразу тебя буду удивлять вот такой вот неземной красотой. Вау, привет! Здорово! Как у тебя дела? Все супер! Что ты тут делаешь? Я типа ведущий. Да ладно, я тоже ведущий. Коллега, Малега. А это видео? Нет, фотография. Хорошего тебе фристайла, стайла, мустайла, замустайла. А давайте сегодня выпьем. Стеснюлька, да, попался какой? Что пьем? Закрыть. Приду позже. Пойдем со мной, лысая башка, это я. Как у тебя настроение? Отлично настроение. В кадре целуюсь хотя бы с кем-то, я удивлен. Как у вас настроение? Очень хорошее. Как ты в 90-х обламывался? Вообще я 91-го года рождения. Я этого года просто не помню, все прошло на другом уровне. Ну давай на другом уровне. Обломщик, вспомни. Обломов не было. Почему ты куришь? Я люблю кальяну. Очень... А я кальян. Да. Я тоже. Кальян? Кальян. Не, я кальян. Коля меня зовут. Я бы сейчас бы пошалил, но не могу, он парень. А можете поцеловаться? Ты молодец, ты смелая. Холод на руке. Конденсат выделяется из стакана. Под воздействием атмосферы выделяется. Давай теперь ты скажи что-нибудь бесплатное. А я типа такой, да-да-да. Да ладно, ты чего, я же с тобой тут не громко музыка играет. Тут ее вообще нет, да? Она симпатичная и пришла на открытие сегодня в клуб. Как? Как что? Как тебя в жизни обламывали в 90-х? Говорю, можешь рассказать стих? Подожди, Цой играет! Это мой любимый! Вот сюда надо смотреть. Ты на НТВ работаешь? Да. Я ненавижу НТВ. Почему? Потому что наш сюжет НТВ пустило в ротацию, закрасило логотип. Сидишься за НТВ? Ты в 90-х обламывался. Подруги вверх плясала, сейчас обламываюсь. Я обломался, когда я пошел покупать жвачку. А в 98-м году я уже не смог на эти деньги купить жвачку. Эти деньги только Беломор себе купил. Не кури. Нет, конечно. Куча поклонников и веселая музыка, веселая музыка, веселая музыка. У тебя был когда-нибудь секс на рояле? Еще нет. А хотела бы как-нибудь вот музыкально себя порадовать? Можно. Стоит попробовать, да? Давай. После? А был такой случай, чтоб ты, ну, хотела, а тебе не дали? Нет, такого еще нет. Сегодня тот случай. Скажи, по какому принципу с вами можно сюда попасть? Ну, самый первый принцип – это пригласительный. Второй принцип – это есть контроль дресс-код, но вообще хорошее настроение. В 90-х я брал лимузин с 8 неграми. Я им говорю, hello, my friend, I'm Russian boy. В 90-х я ходила в школу и вообще ни разу не обламывалась, а реально училась. Не обламывался. Вообще ни разу. И Я обломалась только один раз, когда мне очень-очень на 1 сентября туго затянули бан. The Bar сегодня открытие, давайте, оба! Очень классный клуб, отличная атмосфера, отличная музыка. Желаем куча народу, куча денег. Я очень рада, что открылось такое приятное, веселое заведение. Желаем много клиентов и веселой публики. Желаю успехов, чтобы у вас все развивалось. Побольше хороших барменов, веселой атмосферы. Процветание, счастья, хорошей публики, хорошего настроения всем всегда. Бар это круто, бар клево пьет, бар это... Сильно жжет. Отличное место. Так здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Ну что, дружок, я и побывал в этом замечательном месте в центре Москвы, зоопарк. Вау, я под впечатлением, друг. Никогда не обламывайся, это живи весело, Николай Демидов. Смотри, кого я вижу. Андроник, привет. А ты чего здесь делаешь? Открываем это заведение. Кстати, вот 7-го заезжай. Сегодня официальное открытие клуба, а 7-го будет полный алкотрэш. Открытие четвергов. 07.04.2011. 22.00. Зоопарк приглашает тебя на пьяные четверги.